От чего-то не весь год, не везет и не везет. Не везет ни на футболе, как ударишь, нет стекла. Дома не везет, а в школе жуткие дела. Хоть и на той контрольной скажем, я вполне четверки ждал. Петька с ним контакт налажил, мне шпаргалку передал. Ну, как будто все в порядке, возвращает нам тетрадки. Мы глядим, и что же в них? В них четверка на двоих. Петька смотрит виновато. Я не бил его, ребята. Он же это не назло. Просто мне не повезло. Уж такой я невезучий, незадачливый такой. Взять, к примеру, этот случай. Я, на все махнув рукой, сделал уроки честно, сделал, не жалея сил. Ну и что же, бесполезно. Так никто и не спросил. Ведь обычно нет дня, чтоб не вызвали меня. Хоть под парту лезь, и тут обязательно найдут. Никакого нет спасения от такого невезения. И всего обиднее, что не сочувствует никто.